a season of restoration. Семнадцатый псалом, 17 стих говорит: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Я буду говорить вам об этом, пока вы не поверите. Вы не утонете, но переправитесь. Вы станете сильнее на другой стороне пандемии. Во славу Божию во имя Иисуса Христа. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего». Мы только что пели об этом. Недавно Дух Святой сказал мне: «Сатана хочет украсть поклонение у Бога во время локдауна». Сегодня мы будем говорить о поклонении. А на Faith TV мы будем выходить в прямые эфиры в понедельник, вторник и среду. Присоединяйтесь и становитесь частью того, что делает Бог, подготавливая нас к празднованию Пасхи. Тут сказано: «Любил Господа Бога твоего, слушал голос Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Иисус — ваша жизнь и долгота ваших дней. Вот почему вам не нужно бояться вируса или пандемии. Когда вы сталкиваетесь со смертью, вы должны выбрать жизнь. «И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Господь, ты со мною. Твой жезл и твой посох утешают меня. Ты приготовил мне стол на виду моих врагов». Не имеет значения, через какой ад вы проходите. Продолжайте идти, потому что Бог готовит нечто хорошее в вашем будущем. Если вы верите в это, тогда воскликните «Аминь» и прославьте Иисуса на этом месте. Я хочу начать сегодня, сказав, что Бог за вас, а значит, не имеет значения, кто против вас. Вы никогда не можете выйти за пределы Божьей любви. Не имеет значения, как глубоко вы потонули, как далеко убежали и как сильно упали. Нет места, в котором Божья любовь не могла бы найти вас. Нет такой глубокой долины, высокой горы, невозможной ситуации, через которую Бог не смог бы провести вас. Скажите «Аминь» на это. То, что должно было навредить вам, Бог использует, чтобы благословить вас. То, что должно было стать вашим концом, станет новым началом. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Я говорю, никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Не имеет значения, что люди задумывают, что говорят и делают. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным во имя Иисуса Христа. Но вам, дорогие братья и сестры, придется принять решение. Выбрать жизнь, когда вы сталкиваетесь со смертью. 28 глава Второзакония. «Вы свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь». Воскликните «Жизнь». Вы должны выбрать, вы не можете быть нейтральным. Вы не можете сидеть и ждать лучших дней, чтобы солнце снова засияло. Прямо среди вашей долины вы должны выбрать жизнь в личности Иисуса Христа. Сегодня я дал тебе выбор между жизнью и смертью, между благословениями и проклятиями. Теперь я призываю небо и землю во свидетели твоего выбора. Мы не можем однажды предстать перед Богом и сказать: «Жизнь была несправедливой, но Бог говорит, я даю тебе возможность выбрать жизнь, и я советую тебе выбрать ее». Когда ты теряешь работу, когда ад открывается в твоей жизни, когда ты не знаешь, что будет в будущем, когда падаешь на землю, нужно выбрать жизнь в личности Иисуса Христа. Я хочу сказать вам, Иисус Христос живой. Я хочу сказать о том, что гроб пуст. Мы служим воскресшему Христу, великому «Я есмь». Аллилуйя.
Богу, который способен совершить невозможное, во имя Иисуса Христа. Услышьте меня сегодня. Божественного восстановления не будет без личности Иисуса Христа. Он не часть решения, Он и есть решение. Без Иисуса все будет распадаться на части, как мы видим это в нашем мире сегодня. Бог обещает своему народу в Ветхом Завете: «Я ваша жизнь и долголетие». Когда Бог говорит «выбери жизнь», то имеет в виду «поставь Иисуса на первое место». Не на последнее. Не последнее убежище, когда у вас нет вариантов. Он все еще прокладывает путь. Все еще воскресение и жизнь. Все еще путь истинной жизни. Лилия долины, даятель жизни, чудотворец. Он успокаивает бурные воды, прокладывает путь, исцеляет, освобождает, спасает. Он моя скала и крепость. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Воскликните: жизнь и новое начало во имя Иисуса Христа. Меня не волнует, как долго ваш Лазарь был в могиле. Он — ваше воскресение и жизнь. Меня не волнует, как пахнет от вашей ситуации. Он все еще лилия долины. Он роза Шарона. Он принесет новый аромат в вашу жизнь. Меня не волнует, насколько трудна ваша ситуация. То, что невозможно людям, возможно Богу, потому что Бог может все. Воскликните «Аллилуйя!» Он способен. Мой Бог способен. Мой Бог способен. Но вы должны выбрать жизнь в момент смерти. И Иаир сделал это, когда его дочь оказалась при смерти. Он побежал к Иисусу. Он все еще наш Спаситель, помощь во время нужды. Он все еще ваш Избавитель, ваш Чудотворец. Он покой на бурных водах. Он Бог, который открывает закрытые двери. Не имеет значения, насколько горяч огонь. Он пойдет с вами в огонь. Возможно, температура достигла точки Божьего избавления. Так что вы должны приготовиться во имя Иисуса и воскликнуть Ему «Аллилуйя». Итак, Иаир приходит к Иисусу. Его маленькая дочь умерла. Он потерял бизнес. У него нашли депрессию или что-то там еще. Локдаун не принес ничего хорошего людям. Я поражаюсь, что нам приходится бороться с правительством, чтобы она поняла, о чем говорит церковь. У нас будет встреча с правительством. Я молюсь за них. Я рад, что некоторые ученые отошли от дел, потому что они передавали неверную информацию правительству. Вызов состоит в том, чтобы доказать, что церковь не опаснее, чем любое другое место. Наоборот, церкви — это самое безопасное место. И нет никаких причин для того, чтобы правительство не позволяло церквям открываться безопасно и ответственно, с минимальным количеством в 50%. Я говорю об этом смело, потому что знаю, что нас смотрят министры. Многие из них стоят за церковь. Вот почему это решение так затягивается. Мы молимся о благосклонности, молимся о том, чтобы наш президент сказал: «Хорошо, поклоняйтесь вашему Господу Богу. Собирайтесь безопасно, поклоняйтесь Господу. Если вы ожидаете этого, то поднимитесь на ноги и прославьте Бога за ответ еще до ответа. Во имя Иисуса мы молимся, чтобы этот локдаун сняли. Скажите аминь во имя Иисуса. Мы не боимся. Мы действуем смело, без чувства стыда». Люди страдают без церкви. Суд в Шотландии нашел лорда, я в восторге от этого. «Где есть леди, там и лорд». Этот лорд, неспасенный человек, сказал, что ничто не может заменить живое поклонение. Он сказал: «Люди в Шотландии должны собираться вместе». Там был серьезный локдаун в отношении церквей. Я передал президенту, что 40 стран мира уже открыли церковь. От 50 до 100%. Почему же не сделать этого в ЮАР? Почему? Ведь мы называем себя христианской страной. Если наше правительство уважает Бога как высший авторитет, то зачем закрывать церкви? Зачем?
слушать не спасенных ученых, а не ученых христиан. У нас есть свои ученые, мы не глупые. Я бывал на многих собраниях. Нас смотрят миллионы, и поэтому я делаю это сознательно. Есть христиане, которые говорят, мы должны быть хорошими гражданами. Мы должны следовать правилам. Нет, в первую очередь мы граждане небес. Мы в первую очередь должны следовать Конституции и законам небес. Год мы следовали их указаниям, но теперь мы говорим, хватит, господин президент. Нам нужно, чтобы церкви открылись. Наши люди страдают, они в депрессии, они теряют семьи. Насилие по половому признаку растет. Мы хотим использовать свое право, собираться вместе и поклоняться Богу в безопасной среде. Мы хотим, чтобы наши церкви открылись до Пасхи. Пишите об этом в соцсети. Мы написали открытое письмо, и все вы должны были поделиться им. Людям не стало лучше без церкви, поверьте мне. Я услышу аминь на это. Я молюсь Богу о том, чтобы когда откроются церкви, люди, которые стали зависимы от телевизора, оделись, встали и вернулись в церковь. Хватит бояться. Чего бояться? Если вы хотите бояться, то не посещайте своих родных на Пасху. Вы не знаете, где они были. Аминь или не аминь? Наше призвание — поклоняться Богу. Мы не должны забывать об этом. Вы не найдете людей на изоляции на небе. Люди поклоняются Богу днем и ночью. Это забрали у Бога. Вы скажете, «Бог ни в чем не нуждается». Я знаю, что Бог ни в чем не нуждается, но Он создал нас, чтобы мы поклонялись Ему. А сатана пытается забрать у нас то, ради чего Бог создал нас. Сатана нападает на то, что принес Иисус. Церковь, наше поколение. Мы соберемся на Пасху, я это сказал. Я говорю всем хейтерам. Мы соберемся в пятницу на Пасху и будем поклоняться нашему Богу безопасно и ответственно. Но мы не будем игнорировать смерть, погребение и воскресение нашего Господа Иисуса Христа, потому что это основание нашей веры. Христиане, настало время проснуться во имя Иисуса. Иаир приходит к Иисусу, его дочь на грани смерти, Иисус служит другой женщине, и пока он еще служил этой женщине, подошли люди и сказали Иаиру, «Твоя дочь умерла», но Иисус отказался послушать их. «Тотчас, — говорит начальнику синагоги, — не бойся, только веруй». На это можно построить целую проповедь. Страх приходит в паре со злыми делами. За вирусом стоит дух страха, страха в котором даже нет смысла, особенно когда вопрос касается дел Божьих. Мы боимся поклоняться Богу, но не боимся ходить в торговый центр и в ресторан. Почему это так? Я был там вчера утром. Ресторан был набит людьми, в этом нет смысла. Вы идете с маской, пока не садитесь за стол, а потом снимаете маску. И все сидят друг напротив друга. Вы это можете объяснить? Смысл-то в чем? Вам не нужны выдающиеся ученые, чтобы понять, что не во всем есть смысл. Что значит небезопасно? Как посещение церкви для поклонения Иисусу Христу может быть опаснее поездки на такси? Люди говорят, что садятся в такси, потому что им нужно на работу, а духовная жизнь им не важна. Они говорят, что духовная жизнь должна отойти на второй план, в то время как Слово Божие ясно учит, что Бог должен быть на первом месте. Бог на первом месте. Он — ваша жизнь, ваше долголетие и ваша защита. Но давайте же, ЮАР, мы не позволим правительству или кому-то там еще забрать Иисуса Христа из нашего поклонения.
из нашей страны, из того, как мы поклоняемся. Во имя Иисуса. К сожалению, университет Уитс показывает нам неприятную статистику. Это либеральный университет. Они не опрашивали членов CRC. Большинство христиан сказали, что скорее готовы отказаться от права посещать место поклонения, чем от права посещать ресторан или футбольный матч. Христиане также ходят туда. Иногда я бываю в таких местах. Недавно я шел и увидел, как народ гулял. У меня был ужин с друзьями. Вы думаете, что я знаю вас? Я узнаю вас в духе. Но суть не в этом. Я видел, как люди были под кайфом. Они танцевали, а потом увидели меня и попытались спрятаться. Но не смогли. Ой, здравствуйте, пастор. Здравствуйте, пастор. Все клево. Увидимся завтра в церкви. Недавно кто-то рассказал мне, что был в клубе в Притории. Там каждый вечер собираются 1000 людей, и нет ни одного полицейского. Никто не боится. Они пьют, танцуют, живут без страха, пока кто-то не скажет «приходите в церковь». Дьявол крадет у нас поклонение, сатана пытается разрушить Царство Божие, но сатане не победить. Церковь Иисуса поднимется, мы встанем и будем говорить открыто и без стыда. Надеюсь услышать ваше «Аминь». Вы знаете, что я говорю правду. Это истина Евангелия. Министр здравоохранения говорил со мной ранее. Я сказал ему, хватит говорить, что церкви распространяют этот вирус. У вас нет доказательства. Хватит говорить об этом. Хватит запугивать людей церковью. Почему? Каков ваш план? Не нужно прикрываться безопасностью людей. Тогда бы вы закрыли все с началом пандемии. Не говорите, что вы любите людей больше, чем пастыря. Вы хотите сказать, что люди, поставленные Богом, не будут заботиться о людях лучше, чем больница, чем правительство? Мы не рискуем жизнями людей. Но жизни людей разрушаются, и люди сходят с ума. Люди садятся на наркотики, вся наша молодежь. Люди сходят с ума. Потому что они отделены от Бога. И не говорите мне, что кто-то будет сидеть перед телевизором и служить Богу. Подросток, который отошел от Бога, не смотрит христианских передач. Кто-то должен привести его в церковь, чтобы он пережил встречу с Богом, пережил помазание Божие, чтобы он пережил настоящего и сильного Бога во имя Иисуса. Религия этого не сделает, не сделает. Иаиру нужно было принять решение, когда он столкнулся со смертью. И то же самое касается всех нас. Мы должны стоять на своем и должны говорить «буду жить». Я не умру. Сколько бы раз вы ни падали, вы должны принять решение. Я снова поднимусь. Вы должны принять решение, быть твердыми, прославить Бога еще раз, поверить еще раз, помолиться еще раз, подняться еще раз. Поверить в то, что Божьей благодати достаточно для вас. Когда вы слабы, то знаете, что будете сильны, потому что вы от Бога. Хватит думать о том, чтобы бросить все. Выберите жизнь перед лицом смерти, братья и сестры. Сделайте это во имя Иисуса. Так как же нам выбрать жизнь? Ну, три вещи. У меня вообще-то осталось несколько минут, но три основные вещи. Во-первых, вы выбираете жизнь, веря Его Слову, когда в этом нет смысла. Хотя в Боге всегда есть смысл. Смысла нет в вирусе, но люди все равно ведутся на этом. Принципы Божьего Царства кажутся глупыми для этого материального мира. На самом деле Библия говорит в первом послании к Коринфянам, 2 главе, что плотский человек не воспринимает Божьих вещей, и они кажутся ему глупостью. Притча 3, глава 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
во всех путях твоих познавай его. И он направит стези твои». Иаир должен был выбрать жизнь, когда столкнулся со смертью. Он должен был поверить, когда страх пытался захватить его сердцем. Во всякой ситуации у нас есть выбор. Мы должны выбрать слово. Ведь когда мы выбираем слово, мы выбираем жизнь. Иисус сказал: «Слова, которые я говорю, есть дух и жизнь». Мы уважаем докторов. Мы работаем с ними. Мы работаем с учеными. Мы боремся с этим вирусом с помощью веры и науки. Но мы живем по Слову Божьему. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Возможно, вы смотрите нас по телевизору, на One Gospel, ТБН. Возможно, вы находитесь в исправительном учреждении, и вы говорите: «Моя жизнь – ужас. Как мне измениться?» А вы можете измениться, выбрав жизнь. Его зовут Иисус. Я хочу, чтобы все склонили головы и закрыли глаза. Пожалуйста, не ходите здесь и во всех церквях, и даже у вас дома. Просто склоните голову на минуту. Вы говорите: «Я в хаосе, я потерян». По правде говоря, если я умру, то не уверен, что попаду на небеса. Возможно, вы служили Богу, но охладели. Сегодня утром Бог призывает вас вернуться назад. Вам нужно новое начало. Если вы хотите этого и говорите: «Мне нужно новое начало с Богом сегодня», то я хочу, чтобы вы, где бы вы ни были, здесь или сами дома, если в вашем сердце есть это желание, и вы хотите начать заново с Богом, исправить ситуацию с Богом, то где бы вы ни были, поднимите свою руку. Давайте, поднимайте, поднимите, где бы вы ни были. Вы можете быть здесь или где-то еще. Поднимите и скажите «да». Поднимите руку к небу, а после того, как вы подняли руку, повторите эту молитву со мной. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо, что возлюбил меня. Спасибо, что умер за мои грехи. Я всем сердцем верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты жив. Сегодня я открываю свое сердце и приглашаю Тебя занять законное место, стать моим Господом и Спасителем, омой меня в своей крови. Спасибо за новое начало и новую жизнь. Я рожден свыше и прощен во имя Иисуса». Если вы верите в это, то скажите «Аминь» и прославьте Господа Иисуса.